Вас сегодня представит вам двухраундовый бой по ММА в тяжелом весе за возможность выйти на поединок за титул чемпиона мира или, как говорят во всем мире, Eliminator Fight. Итак, в красный угол октагона приглашается боец из Украины. Дамы и господа, приветствуйте, Юрий Карпенко! Октагона приглашается боец из России. Дамы и господа, приветствуйте по прозвищу Спартанец Виталий Опарин. Итак, дамы и господа, представляю вам соперников. И первого бойца справа от меня в красном углу клетки. Ему 31 год, рост 180 сантиметров, вес 100 килограммов. Его профессиональный рекорд в ММА – 13 боев, 4 победы, 9 поражений. Но он является чемпионом мира по кик-джитсу, чемпион мира по тайскому боксу, чемпион мира по кикбоксингу и чемпион Украины по рукопашному бою. А вот его соперник слева от меня в синем углу клетки. Бойцу 32 года, рост 180 сантиметров, официальный вес 112 килограммов. Его профессиональный рекорд в ММА – 9 боев, 6 побед, 3 поражения. Чемпион мира по панкратиону, многократный чемпион мира по кикбоксингу. Из Москвы, Россия, Виталий Спартанец! Ашудян. Отсюда середина. Все действия по правилам. Локти не работают, колени в партере запрещены. Зацепку не держим. После команды стоп не работает. Пожали руки. Удачи обоим по углам. Первый. Действие работает. Работай на
Да пошла уже правой по тобой. Юра, два раза, ну. Ноги бьет правой на плечи. Второй! Вот, давай, давай! Левой, левой, Юра, левой! Левой, левой! Правый, левый! Юра, помоги! Помоги левой! Бьет правой, правой на плечи. Отжимай, отжимай! Юра, ноги! Отжимай, отжимай, Юра! И работай руками, добавляй. Внимательно, не останавливайся. Ложка хорошая. Юра! Юра, треть ногу правой рукой, треть ногу правой. Ломает. Бьет правой, треть правой. Поменяй стойку, стойку поменяй. Юра, не боксируй. Правый, по ногам. Отвечай. По ногам. Будет правый лоу, будет бить. Правый лоу. Руками добавляй иногда. Левый, левый. Вот так. Хорош. Закончим первый раунд. Ваши аплодисменты. Орел! Yeah!
Раунд номер два. Так, можешь?